Так, сделали мы такой инкубатор для вывода птицы. Размер из встроенного холодильника, размер 178, высота, ширина 56, глубина 60 сантиметров. В общем, питание от 220 вольт. Так, две камеры у него. А, ну сначала здесь расскажу. Температура в инкубаторе. Потом этот датчик влажности, гидрометр, гигрометр. Это простые часы механические нужны. Так, это датчик температуры, включает и выключает нагревательные элементы и вентилятор. Это подсветка. Включается подсветка. Сейчас открою дверь. Открываем дверь. Открываем дверь. Здесь это выключается подсветка. Две лампочки светодиодные. Вверху одна лампочка, одна сбоку для подсветки. Так, что нагревательные элементы используются. Инфракрасные нагревательные элементы. Теплый пол. Кулер от компьютера. 80 мм, 120 мм. Так, что тут еще? Лотки пластмассовые. Вот, на подшипниках опорных. Так, сейчас покажу. Переворот яиц осуществляется вручную. Вручную. Вот так вот мы крутим. Спокойненько. Под 45 градусов мы поворачиваем. Опа. Это градусник. Ртутный градусник. Соблюдаем 38 градусов должно быть. Так, да, ручку мы. Ручку ставим в другое положение и фиксируем. Сейчас вот здесь покажу. Вот здесь зафиксировали, чтобы они жестко состояли, никуда не катались. Так, что еще? Вверху два вентилятора еще. Вверху, чтобы воздух не застаивался, вентилятор два. Так, здесь есть выходное отверстие для теплого воздуха, здесь есть подтяжное отверстие. Здесь не видно просто отсюда. Так, и еще на задней стенке тоже нагревательный элемент, инфракрасный пол. Вот здесь, внутри. Внутри вон видно, да, вот. Там тоже пленка стоит, инфракрасная пленка для нагрева. Вот, здесь, в общем, вместимость одного лотка 48 штук. И из куриных 48. То есть получается 6 лотков у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть лотков. 6 на 48. Так, это ну где-то 280 яиц получается. Так, 200. Да, где-то около 280 яиц куриных получается. Так, следующая камера, следующая. А, внизу влажность у нас. Влажность. Здесь две лампочки для увлажнения воды. Вода здесь вот. Наливаю воду. Влажность, когда падает меньше 40%, включаются две лампочки и вентилятор на 220 вольт и увлажняет камеру. Воды как залил я, допустим, вот сколько, неделю назад, может, сантиметр, испарилось сантиметр. А так, мне кажется, воды хватит на весь цикл инкубирования. Здесь холодильник. Чем еще хорошо сделан это, удобно его мыть. Здесь везде пластик, такой он легко моется моющими средствами. Вот этим удобнее. Лампочки соединены не параллельно, а последовательно. Как бы в пол накала греются для того, чтобы, меньше говорят, так перегорают они. Меньше перегорают. Ну, а тепло идет от них. Достаточно для увлажнения воздуха. Так, ручки. Удобно. Здесь можно, по идее, здесь навесить можно ЛДСП под это, мебельный щит. Можно повесить сюда и сюда, и будет как бы вписываться в мебель все это. Так, ну а вверху там тройники, все там, вся проводка. Вот можешь отсюда, да, откатать, да, здесь там это, проводок. Достаточно там. Вот. Что тут больше-то? А, проводка. Так, проводка. Здесь
А, ну здесь вот еще скажу несколько моментов. Вот здесь вот эти лотки я подгонял. Тоже они не все подходят. Они прям до предела у меня здесь обрезаны. Да что ты опять? Так, сейчас. Лотки здесь до предела обрезаны и справа, и слева, чтобы заходило вот в эту рамку. Рамка из нержавеющей стали, из уголка сделана. Вот. Уголок крепится на железнометаллический лист такой направляющий. И на подшипниках вот эта вот трубка. Трубка на подшипниках. То есть она вот так вот вращается. Посмотрим, как будет инкубация дальше. Смотрите в других выпусках. Через 21 день должны появиться маленькие цыплята. Сегодня 15 февраля 2020 года. Через 21 день. Да, не, ну они уже здесь 3 дня где-то лежат, уже 3 дня. Вот, 3 дня. Здесь лежат КОП 500, вот чехословацкие. Чешские яйца вот лежат, вот печать стоит на них. Печать стоит, КОП 500. И несушки, порода несушки, вот этот верхний лоток. Несушки там кучинская какая-то, черная московская, в общем какая-то пестрая там есть. В общем разношерстные здесь вот эти яйца. То есть через 20 дней посмотрим, какие получатся. Ну я думаю, что 20 дней снимать надо. Будем снимать, да. То есть это как-то... Я думаю, что должно получиться, потому что температуру держит нормально. Вот сейчас мы двери открыли. Двери открыли вот 32 градуса. Сейчас мы дверь закроем, она быстро наберет 38 и будет держать 37,5, 38. Держит стабильно. Допустим, влажность тоже. Сейчас дверь открыли мы, влажность резко упала, 21% влажности. Сейчас вот смотрите, мы дверь закрываем. Сейчас я сначала градусник я собью, чтобы это... Постоянно контролирую ртутным градусником. Потому что электронная погрешность дает 2 градуса, погрешность дает со ртутным. Ртутный точно замеряет. Ну все, до свидания, до связи. Сейчас температура, вот смотрите, дверь закрыл. Сейчас температура будет подниматься. Работают 2 нагревательных элемента и вентилятор включен.